Это профильная добровольческая смена для студентов высших и среднепрофессиональных учебных заведений. Ее проводит Центр поддержки добровольческого движения «Жизнь». Смена проходит на базе загородного оздоровительного комплекса. И главная ее цель – рассказать молодым людям о волонтерской деятельности, пополнить ряды желающих работать в одной команде. Вместе с организаторами в смене 30 человек. Такая встреча стала возможной благодаря победе в республиканском конкурсе. Был республиканский конкурс «Смен для добровольческих организаций». Мы приняли участие, выиграли. И вот организация, которую я проводила, оплатила нам 30 путевок. То есть здесь присутствует 24 студента, 6 организаторов. Это уже как моя кредо жизненная – волонтер. Юлия Еремеева занимается волонтерством еще со школы. Сейчас она учится в институте и возглавляет студенческий совет. Участвовать в смене решила, не раздумывая. Вместе с собой на встречу пригласила ребят, которые тоже мечтают вступить в отряд волонтеров. Добро, оно всегда идет вперед. И всегда есть люди, которые хотят к этому стремиться. У нас много разных направлений. Это социальное волонтерство, волонтер победы, экологическое волонтерство. Можно заниматься тем, к чему лежит душа. То есть мы ходим к детям с ограниченной возможностью здоровья, ходим к пожилым, к ветеранам, проводим какие-то, может быть, профилактические мероприятия. В течение 3 дней студенты повышают свои навыки общения в команде, учатся создавать социальные проекты. Они участвуют в тренингах, военно-патриотических квестах. Вместе с Центром «Жизнь» и сотрудниками молодежного центра строят планы уже на совместную работу.